Поехали. Отправляемся в... Меня зовут... Гранат Мастер Беллер. Всем воинам первой компании. Space hulk has been deposited here by the uncaring tides of the Immaterium. Наши корабли подверглись нападению. Некий Олефрос. Тиранид еще на нас нападает. Our brothers shall assist the Astra Militarum and Imperial Navy in destroying this tendril of the Great Devourer. В общем, нам нужно их разрушить. Все просто. An epistolary of the Librarian, a deadly battle psyker of the chapter. Leading a specially assembled squad, the Librarian will investigate abnormal augur returns and psychic emissions from within the space hulk. Premonitions. The ether gifts me visions. I see a threat far more deadly than gene-hungry demons. A scream and a dark promise. A ship in the shadow, a relic from our secret past. I feel the tightness in my gut as I see a cataclysm as yet unseen. The Umbra Mortalis descends upon us. The shadow of death. Brothers, the first scans of the Space Hulk have revealed a Dark Angel ship that dates back to the Age of Heresy. It is located in the heart of the Olethros Space Hulk. This ship from our ancestors seems to be protected by a mysterious energy field. Teleportation to the ship is currently impossible. The only way to reach it is through the main mass of the Space Hulk. Reaching this ship is your primary concern. Trust your battle brothers to deal with the rest of the Olethros. Brothers, retribution is at hand. It is our strength. We are the sons of Caliban. Let fury guide your weapons. Let vengeance be your song. We are the angels of death, and our enemies shall fall. Пафосная речь о том, что мы должны защитить. Все, можно между ними переключаться еще, судя по всему. F1, F2. Или непонятно пока что. Тем не менее. В общем, все плохо. У нас тут парень предвидел. Ну, он увидел видение, что там надвигается страшная угроза на Империум. И все может оказаться крайне плачевно, если мы сейчас не отправимся и не зачистим корабль. Но пока мы смотрим катсценку. А возможно, F1 и F2 это просто мои как бы компаньоны и... И... Так, брифинг. Brother Librarian, the initial boarding strike is proceeding, but we have lost contact with Squad Gideon. Your sensorium should receive Gideon's beacon signal, though it will be weak. We need Squad Gideon to secure the breaching zone. Locate them as quickly as possible. When you're successful, proceed to secure the landing area to establish the full bridgehead. Praise the Lion. В общем, я брат библиотекарь, оказывается. Я помню, что в Вархаммере Dawn of War был... Dawn of War, да, если правильно. Были библиотекари, и мы, видимо, играем за одного из них. Так, кстати, нам нужно найти отряд Гидеона, который нам поможет в защите, в прорыве в зону, где, куда нам, в общем-то, и нужно идти. Поэтому как-то так. Да прибудет с нами Леон. Высаживаемся. И опять загрузка. Ну вот, да, с моим компьютером... нет, все, слушай, все нормально. Тут все настолько хорошо. И смотрите, вот я, библиотекарь. Библиарий, хорошо, библиарий. Есть я, есть брат Нахум. У него другие обилки. И есть брат Барчил. У него другие обилки. Насколько же она хороша.
Подумайте об этом. У нас три разных класса, короче. И мы за всех будем играть. Ё-ма. Так. Штормболтер. Осадная пушка. И... Когти! Мы можем сражаться с электронными когтями, чуваки. Вы осознаете вообще? Ё. Это мейн, как бы, чарактер, я так полагаю, да, главный герой наш. У него миллиарды вообще оружия. Ну, здесь поменьше, да, здесь осадные когти. И молот впоследствии откроется. Ну, здесь второй коготь, ясное дело. Здесь у нас есть нортециум. Это оружие апотекария космодесанта. Силовая... Так, как я сила? Это когти росомахи под электричеством. Не обманывайте меня. Так, и есть Power Fist. Нифига себе. Power Fist. Они одинаковы, кстати. Fire Mode. Там мы можем менять. Storm Border. Когти. Ну, я не знаю. Можем взять когти, наверное. Я, типа, вообще, я вообще не знаю, как. Окей, ну тут понятно. Тут берем вот этот мейс. Он потому что прикольный. Есть когти. Ладно, давай штурмовик, а ты будешь с когтями, так полагаю. ХП их не показано, кстати. Вероятно, у нас у всех одинаковые ХП. Ну, давайте, деплой. По лору не называются силовые когти. Ну, да. Я понимаю. Здесь кроме тебя лора никто не знает. Мы можем уже сразу врываться в бой, хорошо. Но FPS, конечно, 30-ка, беда. Так. Это враг? Нет, это какой-то робот, который нас сканирует. И что? А, мы пробурили, хорошо, мы пробурили. Так. Ага. Spacebar, чтобы... Move to, follow. Defend. Follow. Да, мы ищем Гидеон. Сладкого правосудия. Vengeance, мщение, конечно. Так, у меня есть маячок сквада Гидеон. Чатик на Твиче совсем не читают. Он не отображается на стриме. Ща, погодите. Проверю. Что-то случилось, я извиняюсь. Сейчас я перезагружу чат в таком случае. А зачем я у хиллера добрал хилку и дал ему когти? Потому что я это могу! Вот. Ну, Twitch подключился. То есть игра грузится не у меня одного столько долго, поэтому... Извините, друзья, кто будет смотреть на ютубе, я ничего с этим поделать не могу. Но выдает 45 FPS, то есть у меня под минималки примерно подходит компьютер. У меня процессор, правда, i7, в остальном... В остальном такое себе, да. Я слышу тысячи ног. Тысячи жуков. Зибура, большое спасибо за хост себе. Тысячи ног. Копай. Сейчас мне нападут откуда-нибудь. Я же... сейчас арахнофобия начнется. Вот, FPS просели до 12, сейчас нападут. Нападут. Блин, они же везде... Ну вы чё? Я в хоррор, что ли, пришел играть? Где шутан? Почему я боюсь? Я слышу, что... Здорово, кукареку. Я слышу, что они... Где-то бегают, но я не вижу их. Бочки взрываются? Бочки взрываются! Так, это важно.
бочки взрываются. Не красные бочки взрываются, прошу заметить. Не красные бочки взрываются. Так, ну пойдемте туда сходим. Какая-то лестница. Я не могу залезть по лестнице, что ли? Или мне нужно на Е нажать? Я могу ударить лестницу, но не залезть по ней, на ней. Как игра, но пока прикольно очень. А если я нажму F1, F2? Что-то меняет? Особо нет. Ну, видимо, нам сюда. Ты её своим весом сам... Блок? В смысле блок? Ты чё, я? Открывайся. Стронгвей, да. Чётко. Ну, нет, FPS, конечно, проседают. Терминаторы мембицили, да. Блин, я что, думать сюда пришел или еще, я не понимаю. Почему нельзя просто пройти? На F1, F2 ты меняешь брат, которому приказ отдаешь. Да я понял, да. Может, она упадет, типа? Окей. Ищем another way. Головоломки, ну реально же, просто подумайте, что. Понятно. Что тут происходит? Мы тут играем в Space Hulk Death Wingo. Я пытаюсь найти хотя бы одного врага на карте, но пока ни одного еретика не нашлось. На удивление. Я только слышу звуки, что тут типа миллиард жуков. Но я не вижу их. Вижу только каких-то сраных роботов повсюду летающих, маленьких. Пойдем по лестнице, вон. Как бы у нас выбора особо другого нету, поэтому... Попытаемся найти? Ну да, F-псов мало. Тридцатка всего. У меня что-то вроде стамины, наверное, есть у нее. А, все, нашел стамину. Хорошо. Я хотел открыть и не заблокировать, алло. Так, там что-то, что... Мы не одни, говорит он. А, это был этот самый, нормально. Погоди, я испугался немножко. Тут же нет никого. О чем ты? Тут нет никого. Страшно. Я не понимаю. Бил чей-то череп, ну похоже на то, да. Тут повсюду что-то скрипит, и я вообще не понимаю. Экшен, это, короче, хоррор оказывается, чуваки, сорян. Оказывается, хоррор. Хоррор про Space Marine, прикиньте. Он сейчас опять меня заблочит. Эти черепушки просто летают безвредно, на них не стоит обращать внимание. Я надеюсь, что они безвредные. Это же наш корабль, как бы, на него просто высадились эти черти какие-то непонятные, да? А вот и красные бочки подъехали. Но они красные от крови, по-моему. У терминаторов не должно быть страха, так у них и нет. А у меня есть.
Давайте еще раз попробуем. Может сразу просто ломать двери, как бы? Не, она блокирует. Потому что... Почему бы и не блокировать двери? На кнопку, где написано Open. Красные орковские. Так. Пресс Е. Так. Все понятно. Omnisan knows all. Он все знает, короче. Окей. Чтобы это не... Ну, ком... ну че, туда тоже нельзя. А, ну вот мы прошли эту штуку, да. Черт подери. Но теперь мы налево тоже не можем пройти. Что тут завалы всякие. Нам нужно опять обходить. Да хватит ползать. Ну это как, что за такое? Все опечатано при всем при этом, да? Так, а псы начали проседать, значит, меня скоро нападут. Или нет? Вообще, у меня есть карта, по идее, да? Ага. Как тут? Ага, мы вот тут вот. Блин, реально, слушайте, это же топ-тема, мы, короче. Тут какие-то яйца или что? Почему они на меня не напали-то? Я не могу хакнуть Enable. Так. Хак. Если мы его сначала включили, потом хакнули. Максимально вы. Так, хорошо. Что-то есть тут у нас? А? Мы вот там вот. Когда я выстрелил в колокол, он зазвонил, так что, типа, ну, 10 из 10. На звук никто не агрится. А нет, стойте, я слышу, что-то... Что-то стало приближаться и трястись. Пойдемте. Нам вероятно туда. Но она, конечно, подлагивает максимально, надо. Я могу сейчас поменять настройки графики, интересно. Наверное, нет. Просто берем медиум, ставим. Ну. Может быть, это мне поможет как-то. Вот смотрите, он опять ее заблочит. Да почему ты блочишь? Можешь вообще не трогать эти места, потому что они всегда просто блочат. Кладбище, ну, ты что скажешь? Империум. Опять, вы видите, вы тоже видите эту картинку? А, это сообщение. Есть какое-то сокровище. Сокровище. Со времен войны еретиков. И, возможно, даже раньше. M40. Запомнили? 008M40. 008M40. Окей. Так, я понимаю, что заблокирую... Да почему он блокируется-то? Ладно, короче, пойдем туда. Самое время разбираться с тиранидами, с этими.
Тебе всем придется все-таки ждать оптимизацию. Потому что она... Ну, лагает. Возможно, мне, конечно, стоит закупиться оперативой. Все-таки, потому что там минималка стоит 8, и у меня 8. Но плюс стримы это дороговато. Выходит. Экран сломался, кстати. Привет, самодан. Куски мяса везде. Серьезно, мне еще ни разу не дали. Давайте закроем за собой дверь в какой-то век. То есть, впоследствии мы ее сможем сломать, как бы, если еще. Так, чё. Брать это со мной, А второй где? Лол, я что, закрыл второго батю там же? С той стороны? Ну, сорян, как бы. Зрителей в смысле накручиваю, алло? В какой-то веке у меня нормальное количество зрителей, сразу накручиваю. Так, вот, значит, ко мне, да. Понятно. А, вот и показывают мне, где брат этот самый. Что он за демон? Погодите, как он там оказался? Ладно. Это же Вархаммер, да. Не, все равно еще проседаю. Давайте минимально вас. Я ничего не трогаю. Он. Это все-таки хоррор. Что за видение, алло? Прессин Пауэр, let me see a prediction of the future. А, это было типа prediction. Сюда дверь якобы лучше не открывать. Возможно, действительно лучше не открывать. Давайте все-таки попробуем еще раз немножко. Опции просто на минималке ставим, да и все. Что станет максимально некрасивый, но я надеюсь, хотя бы смогу посмотреть, что она из себя представляет. У твоего лица низкий FPS, потому что камера плохая, ну. Ну уж какая есть. Там что-то прибежал. А тебе могу свою одну, давай. Кто ж против? Это реликвия, четко. Адрес диктуй. В ЛС мне напиши, я тебе напишу свой адрес. Какая модель-то у тебя хоть? Вебки. Тут все тихо, на удивление. Он мне пока. Вот смотрите, он мне показывает, что. 10 какая-то дичь. Если она будет сломана, я не вижу. Да, конечно. Что мне показывает? Ты даже не знаешь, какая у тебя модель, говоришь, что твоя вебка лучше. Ну, о чем речь вообще?
Это все, что я знаю. Ну, значит, твоя вебка хуже, справедливо. Купил Дасвингу, конечно. Я не говорил, что моя лучше. Так что изменится от того, что ты мне свою отдашь, если твоя вебка хуже? В таком случае. Там вот там что-то же есть, правильно? Что это такое? Что это такое? Ног нету, 0 из 10. А вдруг она лучше? Так ты даже модель не знаешь. Как она может быть лучше? Фирма Genius. Ну и что? Ничего, она разлетелась. Ё-моё. С тобой все хорошо? Да. Что там? Там какие-то сигналы побежали. Бежали сигналы. Там надо спасать людей. Все сигналы. Сигналы, чекаем. Да. Понятненько. Реликварий какой-то. А, мы подобрали, типа, реликвию. А у того не было, что ли? Ну чё, ксеносы попёрли? Ксеносы, кай... А, вон мы слышим, я... Такие показываю... Там что двигается. Нет? На русском нет, не факт, что будет. Никого. Ты завтра тоже будешь в это играть? Вероятнее всего, да. Давай. Тогда спи. Доброй ночи. Эти штуки опасные вообще. Надо не забывать, что бочки тоже взрываются, кстати. В определенный момент может спасти мне жизнь. В определенный важный момент. А куда мы вообще идем теперь? А, ну, сюда куда-то надо. А, реликс у нас. Я еще не туда шел все это время. Серьезно, кстати, а почему, если я в киберкостюме, у меня ограниченная стамина? Это же киберкостюм, я должен бегать, типа, годами вообще, без остановки. Но, типа, нет, раз, два, три, четыре деления, и все, я уже выдохся. И в чем прикол, я не понимать.
мышка какой-то странно очень глючит. Главное на черепушке не сагриться, нормально все будет. Силовая киберстами. Я ведь еще смотрел в ту сторону и такой типа, там же ничего нету, действительно. Что там может быть? Ну ты весишь. Я же кибер, в киберброне она должна кибер питать себя. Типа, чтобы, ну. Давайте-ка я зак... А, я же сломался, что-то сам, да. Да, закроем сейчас, конечно. Чё там парни у нас? Тоже слышите? Чё это такое? Ой, ксеносы попёрли! Ё-моё! Киберброня! Вы чё? Сколько их тут? Перезарядка. Нету автоперезарядки, вы чё? Это не ксеносы, это другие черти! Киберкогти! Они еще живы! Окей. Что мы должны были проверить здесь? Да хватит! Что мы должны были проверить тут? Все, уходим теперь, я так полагаю. Тут ничего нет больше. Бестиарий. Тут еще и бестиарий есть. Это генокрады. Генстиллер, да. Ближний бой. Вид тиранит. Окей. Тут есть чертов бестиарий. Чертов бестиарий. Но куда дальше идти? Нужно реактивировать какую-то систему охранную, защитно-охранную, чтобы... Блин, теперь это понятно, насколько у меня все плохо. Посмотри, сколько здесь... Ё-моё. Мне сейчас надо вот так. Ё-моё. То есть у нас все максимально плохо сейчас, братцы. Если они изо всех этих щелей полезут, то это же капец. Это если только генокрад, а если еще кто-то полезет? Кто-то помимо генокрадов. Все будет очень плохо. Мне сейчас вот так вот. Вот сюда. Это плохо. Отовсюду чуваки лезут. Если верить по карте. Прям вообще отовсюду. Но не стоит забывать про бочки. Бочки все. Соны, вы чё? Они прям... Они за нами сейчас? Они везде? Где? Пропустите меня, братья, там бочки есть, взрывающиеся. Черт подери, я на передовую пошел. Все, нет. Бочки не взрываются больше? И они уже все от своего отвоевали. Что я часто перезаряжаюсь, слушайте. Мне нравится то, что там прям вообще все в пыли. Пойдемте-ка подальше отсюда. Чертям. Так, куда мне сейчас? Мне сейчас на прямо сюда, вот тут вот где-то пройти. Ну там же прям спавн этих чуваков. Можем дверь закрыть? Нет. Ерор. Молния есть? Типа, да. Что-то подобное у меня. Я был. Ерор тоже.
Гинокрады. Спасу на вас нет. Яблочного. Here comes war! Они нападают, воюй с ними. Воюй с ними. Ты чё? Ты чё? Ты чё? Ты чё? Пацаны, они доминируют. Молния. О, хорошо пошло. Бей их. Гинокрады. Не пропустим гинокрадов. Привет. Эмил Твилл Н7. Если я правильно... Эмил Твилл. Многосложные ники всегда были моей проблемой. Quick Order Space Bar. Tactic Interface M. Я еще и могу ордеры отдавать. Но я типа пока что особо не пострадал, да? Потому что, ну, сложность нормальная, если бы я здесь... Пострадал? Было бы... Было бы странно. Они везде... Они отовсюду вещи спрут. Бежим, чуваки. Я не знаю, куда. Давайте я вас прикрою. Гинокрады. Ой, что-то их много. Пойдем отсюда. Сорян, я испугался. Чё, откуда они взялись? Я кричу, как маленькая девочка, и не обязательно, чтобы... По причине из-за того, что игры. Но из... тут типа отряд из трех чуваков. И я могу... Отдавать им приказы. Я могу одеть на него киберкогти. Ну о чем речь вообще? Саны Ксеносы, бежим. Бежим. Я могу открыть тебя. Я, конечно, начал понимать, как это работает. Все, сидите там. Воу, что это? Твейл, это Вархаммер. Десвинга. Зря я, короче, наверное, оставил там братьев. То есть... За... Воюй. Воюй с ними, как никогда не воевал. Хорошо. Братья, вы как? Он дверь не взрывается при этом. А чё, меня братья киданули, что ли, или чё, я не понимаю? Чё за фигня? Хватит мне бить. Кричишь? Да я ничего не кричу. Гинокрады! Гинокрады! Нападают! Куда я стреляю? Вообще не вижу. О, братья нашлись, хорошо. Братья нашлись, это хорошо. Бразерс. Где они? Я, блин, их прямо в ухо слышу. Не вижу их. Это самое страшное. Когда ты их слышишь, но не видишь, это же капец. Когда ты их видишь, ты их можешь убить, потому что это все просто. У тебя болтер, типа, жесткий. А тут вообще беда. Activate Generators. А как мне туда забраться-то я? Кто вам? А, вот здесь, наверное, надо зайти. Справедливо, да. Кого вы опять стреляете? Там нет никого. Разберетесь, короче. Я пошел активировать генераторы. Мы активировали генераторы, типа, все сейчас? Хорошо. Нам брифинг... Ё-ма, они лезут и лезут и лезут. Посмотрите только на них.
Так, это реликвия. Понятно. Дальше-то куда? А, обратно сюда проходить. Ём, и сейчас они... И сейчас там миллиард таких тварей будет, пока я иду обратно. Посмотри на их количество. Чёртовы генокрады. Но у меня есть киберкогти, поэтому бояться нечего. Киберкогти — это сила. Хватит бежать. Хотя бы его баран почти надо похилить его. Какой? Так. F2. Move to follow. Дайте мне отдохнуть, вы чё, Я чувствую, что я их типа просто... Так. Как тебя похилять-то? Нам говорили про то, что их себя могу хилять, а про то, что их могу хилять, не говорили. А, у меня еще какое-то есть, типа, пси-поле. У меня тоже броня почти села. Хватит мне кричать. Почему бочки не это самое? Не взрываются. Странно. Почему бы не сработало? Спасибо за фоллоу. Super Russian. Братан, ты что там стоишь? Не пугай меня. Может, я забыл ему команду отдать, типа? Бежим. Там все плохо максимально. Там его преследуют, надо помочь. Ты взял когти. Там не хилка была, я взял. Там было оружие, алло. Стоит 2К, 1699. Читал, там была рука, там было топовое описание у киберкогтей. Да, у брата беда. Надо полечить его как-то. Правильно идем вообще? Ну, типа да. Только сейчас будут эти черти повсюду. Да, это была плохая идея, знаю.
Надо защищать кибербрата шестистволкой. Они же не бесконечные в самом-то деле. Правильно? Они же не бесконечные. А где мне лучше? Ну тут типа их миллиард, да, но... Если я пройду здесь я типа не пройду. Здесь, видимо, можно пройти как-то. Тут вот. Ну или вот хотя бы здесь вот. Что, пойдем с... Да ё-моё. Киберкрады, генокрады. Дай... Так. Генокрады, чертов. Лишь бы гены поворовать, ну. Киберкогти, давай. Тащи. Давай, Ротор, спасибо, что заглянул. Доброй ночи. Блин, у меня киберколени болят. Тут, судя по всему, спавна быть не должно этих чертей, поэтому... Я все еще слышу звуки беды. Вот надо было, да, вам? Вот надо было, да. Кибер что-нибудь, давай, кибер что-нибудь. Хорошо. Ой, плохо. Ой, броня очень плоха у меня. Он хорош на дальней дистанции. А вы говорили киберкогти убрать, не посмотрите, как он разрывает. С киберкогтями. Просто нужно, чтобы он танчил. Ё-моё. Пойдемте, осталось всего 70 метров. Мы сможем браться. Они же нас не обойдут, правильно? Вы чё? Пойдемте, быстрее. Они нас обходят. На 4, я не могу же просто так взять и... А, типа я могу. В любом месте, что ли? Да ладно, даже не интересно. Я типа думал, только в определенных местах могу себе позволить подобные вещи. Да, кибербратья здесь. Серьезно? Так, что там, Штормболтер? А, это ограниченное количество раз. Это что ли? Power Fist? Нет. Тут что-то про хил написано, но... Это не то. А, и тритинг тоже, по идее. Ну, тут не совсем лечение. Возможно, это... Тогда тебе придется когти одевать, чувак. Ну блин, осадная пушка. Прошу прощения. Штормболтер. Инферно. Надеюсь, а здесь я не могу, да, как бы. Окей. Она не лечит жену.
А, да, типа я три раза могу так сделать. Окей, вижу. Спокойно, винокрады. Бежим. Точку выброси. Как-то мало они. Да, да. Что дальше? Defend and hold. Удерживайте позицию, типа. Пробел, нажми, функция хилу. Да, смотри-ка. Действительно переводится как лечение. А, все, сейчас мне нужно, типа, рай, дефис. Ёж, сколько вас тут, вы чё? Что за слани, существо? У нас нету, что ли, ничего такого? Чем можно подефать? О, они бегут. Уже здесь, лол, как вы добрались туда-сюда вообще, что? Черт подери. Хорошо, долби их, свои мейт, долби. Долби, он зал... они залазят сквозь лестницу, типа. Какие? Молнии у вас тут, еще офигеть. Они... Блин, это же 30 лет, типа, держать... Как я должен держать эту позицию столько долго? Они оверволминг, понятно? Вы посмотрите на их количество просто. Нас всего трое против такой армии, еще нормально? Нет вообще? Император, алло. Молотом их. Молотом? Да ты чё, офигел? Они вообще бешеные. Вы посмотрите на этих чертей, просто нереально. Дальше. Где? Не вижу. Блин, сейчас какие-то новые враги пойдут, и что я буду делать? Где его? Ё-моё. Типичная тирания. А с той стороны не ползут, что ли? Пока нет. Сколько вас? Сколько вас? Убирайтесь обратно в свои тиранские места. Калькулирует он там раннинг. Хватит калькулировать, пожалуйста, дайте мне спокойно провести старость в Империуме. Где они? Я не вижу их. Что бежит? Где-то... Ох, ё-моё. А, блин, так это для них лестница? Лол. Так, хилка меня нужна. Хил, хорошо. Блин, я все забываю, что... Они начали с боков лезть. Кошмар. Я все забываю, что... Да как хватит уже, ну сколько можно, серьезно, вас вы что здесь... Целый монстрятник ведь собрали, черти. Все одни и те же, одни и те же. Мне защищайте корабль там, я не знаю. Не пускайте их споры, а то капец. Привезем еще. Ё-моё.
сил, мне достаточно экшена. Можешь снова по коридорам побродить. Это было нормально. В смысле, зачем меня похилял? Я просто выбрал посмотреть. Окей, ладно. Так, что там? Так, что ли, это работает? Да. С той стороны еще полезут. Автосейв. Мы защитили мостик. Четко. Легко. А, молния в него. Все. Легкие, редкие для Assault Weapon. Assault Cannon даже, да? Какие-то поинты, favor points. Найдена одна из четырех реликвий всего. Её. Ничего себе. Вот такая вот у нас первая миссия, соответственно, была суммарно. Ну что ж, будем, возможно, дальше проходить. Наверняка, в любом случае. Это только первая миссия, чуваки. Прикиньте, что нас ждет далее. Далее. Ну, а на этом, я так понимаю, первая часть записи для YouTube подойдет к концу первой миссии. Спасибо за просмотр, друзья. И не забывайте подписываться, всякие штуки ставить, чтобы мы спокойно могли продолжать дальше воевать за правое дело и за императора.